Детско-юношеская спортивная школа «Жасыбай» известна далеко за пределами города победами своих воспитанников. В очередной раз гордостью учреждения стал Арман Махамбетов. Завоевав немало наград на родине, сегодня он является успешным тренером в Чехии. За многочисленные победы Казахстанская федерация дзюдо присудила Арману звание мастера спорта международного класса. По результатам аттестационной комиссии Махамбетову Арману выручили, присвоено мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо и также черный пояс второй. Арману вручено за чемпионат Азии, за серебряный призер. Арман является чемпионом открытого кубка Европы и Польши по дзюдо, бронзовым призером Кубка мира в России, чемпионом Казахстана был. Сегодня в школе подрастает достойная замена Арману. Ребята усиленно тренируются, чтобы достичь таких же высот. Всего секция насчитывает около 200 дзюдоистов. Наши сейчас работают молодые тренера. Это Беков Бахчан Тлекович, Калякбаров Максат Бегенбаевич. За результаты мне было присвоено 4-й дан. Я благодарен своей федерации за то, что оценили наш труд. Я думаю, в будущем будем работать. В Экибастузе много талантов. В будущем, я думаю, настоящий тренер должен с этим жить. Если тренер, каждый тренер будет работать, жить своей специальностью, тогда у нас будут большие результаты. Стоит отметить, что занятия проходят с соблюдением санитарных норм. Пока допускается присутствие только 12 ребят, и продолжительность тренировки должна быть не более часа.